Новые задачи для окружных законодателей поставили члены общества слепых. Председатель общества Борис Бажуков обозначил три основных вопроса, которые волнуют сегодня инвалидов по зрению. Так, депутатам порекомендовали рассмотреть поправки к окружному закону, который касается ежемесячных выплат для неработающих пенсионеров и инвалидов, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. Сегодня инвалиды такой социальной категории получают по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Однако при выходе на работу такие выплаты прекращаются, поэтому слово «неработающие» из окружного закона применительно к категории «инвалиды» предложено убрать. Вторая проблема, волнующая людей с ограниченными возможностями, коснулась трудовых пенсий. Члены общества предложили высчитывать пенсионные выплаты для инвалидов не по трудовому стажу, а по времени проживания в Ненецком округе. Депутаты согласились, что такое предложение справедливо. Этот вопрос необходимо проработать, просчитать все нюансы при условии проживания инвалидов в регионе 15 либо 20 лет. Также можно предусмотреть дополнительную выплату в размере 3100 рублей.